Артемий и Мария Каташинские – профессиональные танцоры, чемпионы мира и Европы. Ребята привыкли выступать на паркете. В свете софитов для них благотворительная акция – это тоже своего рода борьба. Мы решили, что станцуем в такой необычной локации, где это будет просто возможно. Вот, например, вчера мы танцевали просто на земле, на щебне. Это было очень непривычно, и люди это оценили и поддержали. Хэштег «Танец против ковида», и люди уже по нему переходили, писали, что мы здесь, в коммунарке, за стенами. Спасибо вам огромное, мы чувствуем вашу поддержку. Да, мурашки по коже. Акция стартовала в коммунарке. Сегодня ребята выступили на территории инфекционного отделения Одинцовской областной больницы. Врачи и медсестры на несколько минут прервали свою работу. Для них такая поддержка жизненно необходима. Ведь в красной зоне они проводят по 12 часов, делая все, чтобы вылечить пациентов. Эмоции просто, просто не зашкаливают. Потому что действительно, вот эта работа, которая охватывает полностью, захватывает себя и все твое время. И вот сейчас то, что мы увидели, ребята к нам приехали, ну, эмоций очень много. Мы очень им благодарны, говорим спасибо, потому что редко сейчас к нам приезжают артисты, вот, ну, видимо, с условиями пандемии. Поэтому вот то, что сегодня произошло, конечно, мы очень им благодарны. Врачи и медсестры не только наблюдали за выступлением артистов, но и приняли участие в небольшой импровизации. Этот заряд энергии каждый сохранит в своем сердце. Спасибо, что вы нас поддерживаете. В этот холодный день нам стало очень тепло, очень жарко. Спасибо большое. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».